В 25-й школе Люберец сегодня прошла акция «Школа дорожной безопасности». Ученикам младших классов рассказали о правилах дорожного движения и показали последствия их нарушения на специальном тренажере. Такой автобус вы вряд ли встретите на дороге. Это тренировочный вариант, и их всего два на всю Московскую область. Научить вести себя правильно в аварийных ситуациях – главная задача этого автомобиля. Нельзя отвлекать водителя разговорами. Имитация аварии – все, кто не пристегнут с травмами. Но в этом учебном автобусе непристегнутым был лишь один пассажир – учебная кукла Гоша. Своим примером он учит, как делать нельзя. И, как оказалось, такой урок для детей не прошел зря. Теперь я буду всегда в машине и в транспортах пристегиваться. Акции «Школа дорожной безопасности» уже более 5 лет. Каждый год этот автобус-тренажер колесит по учебным заведениям Московской области. На этот раз он заехал к первоклашкам из 25-й Люберецкой школы. Мы будем надеяться, что данный урок сегодня, который детишки усвоили, поможет им и научить своих сверстников, и своих родителей, в первую очередь, на которых они смотрят, и которые очень часто при своих детях не соблюдают правила дорожного движения, не пристегиваются ремнями безопасности и не пристегивают своих детей, что они сами расскажут своим родителям, как нужно вести себя в транспорте. И, к слову, статистика ДТП в округе, в которых пострадали дети, в этом году показала ухудшение ситуации. По словам Татьяны Литвиновой, за отчетный период пострадавшими стали 9 юных пассажиров. В том году их было меньше на 4 человека. Мария Антонова, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.